Когда-то за 8 лет у меня вышло 5 стихотворных сборников, но с 87 года я не написал ни одного стихотворения. Сейчас я пью виски и строчу в газетке. Убирайтесь вон со сцены! Гоните его прочь! Все еще держу удар. Убирайся, ты уволен. Жалкие и ничтожные людишки. Я угощаю. Вы Тед Уоллес? Я Джейн, дочь Ребекки. Провалиться мне на месте. Врач говорит, что мне осталось жить всего 3 месяца. Не густо. Ты веришь в чудеса? В поместье Суофорд-Холл со мной что-то случилось. Я хочу, чтобы ты узнал правду, и я щедро заплачу. Чего не сделаешь ради денег? Я словно очутился в страшном сне. Привет, мальчики. Дядя Эдвард. Ты даже стала моложе, сбросила жирок. Зачем ты все-таки приехал? Джейн сказала, что тут творятся чудеса и просит меня разобраться, в чем дело. Ты же пьян. А кто командует дома, пока ты здесь, Ребекка? Что ты видишь? Ничего необычного. Все свои таланты ты похоронил на дне бутылки. Смотри внимательно и постарайся увидеть то, что нужно. За чудеса. Я не верю в чудеса. Он слишком зашорен, чтобы разглядеть чудо. Возможно, мне стоит пожертвовать всеми своими представлениями о здравом смысле и поверить в эти дурацкие бредни. Каждый может достигнуть просветления. Даже я. Особенно ты. Просто распахни свое сердце. А если я не хочу? Ты должен. Проклятие! Важный вальяжный гипопотам. Вот дерьмо! Чудеса, чтоб им пусто было!